Ну что, друзья, выходим из номера. Показали уже наш отель в кемпе Амбасели. Амбасели Центрим называется. Фу. Немножко разложились, но я с собой рюкзак беру, потому что сказали вещи ценные сдавать в, ну, на рецепцию. Пока в рюкзак кинула ноутбук и наши документы. И идем прекрасными дорожками этого кемпа прямо на ланч. Надо пообедать, потом отдохнуть где-то часик, и потом у нас будет сафари. Первое сафари в Амбасели. Надеемся увидеть гору Килиманджаро, если она не будет закрыта облаками, туманом. И такой погодой, которая сейчас вот зима. И я скажу так, что прохладно, всякие вот такие дожди идут. Поэтому небо нависает. И очень небольшие шансы увидеть эту гору. Но ничего, будем надеяться. Вы же с нами, значит, мы в безопасности. Кстати, видите, первый раз я в футболке. Я в футболке, класс, вообще тепло. Отъехали от Найроби, уже тепло. В Найроби холодно. Я так скажу, здесь, наверное, такая средняя температура. А когда поедем к океану, будет, ну, будет жарко, наверное. Так, немножко перепутала ресепшн. Вот туда вот нам, по-моему. Какие дорожки, как поют птички. Вы это тоже слышите? Джамбо. Джамбо, how are you? Still alive, thank you. Все смеются с моего still alive. Но он сказал in front of pool, ну, напротив. О, смотри, какие эти висят. Ой, я не знаю, что это, какая красота. А, это вот это дерево, которое в парке мы видели этих, господи, этих жирафок. Да, смотрели уже наши видео с жирафками? Не забудьте посмотреть обязательно и поставить лайк. О, наш гид, кстати, Мозес. Вот он покушал уже. О, фул, а и фул. Поел хорошо. Посмотрим все, да. Увидимся позже. Так, вот барчик здесь есть. Ребята кушают. А, наверное, в таких футболках это, ну, конечно, из отеля. Джамбо. Good. О, у нас даже это. А, то есть это не шведский стол. Нас ведут куда-то сесть. Ой, пол немножко липкий. Где ты хочешь сесть? No problem. Мне все равно, где сесть. Где бы вы сели. Окей, up to you. Here, so here. Давай. Ну и Ветус, мальчик, сюда. Давай сядем сюда. Ты там сидишь? Давай, садись. Так, хорошо. Вот, вот. Окей. Опс, мальчик куда-то пошел с документами. Это меню, это, наверное. А, это меню. О, то есть это выбираешь меню. По меню, и ты это эти. Кто-то писал, что шведский стол. Может, на завтрак шведский стол? Я даже не знаю. Вот, смотри. Все, Наташу посадили красиво. Окей. Окей. Это меню? Это меню. Ага. Вот. Название лагеря. Центрим. Центрим Амбасели. Амбасели. Ох, найс, из меню. Так, что мы можем выбрать? Значит, смотрите, начинаем стартер. Ну, это всем, да? Значит, салат. Дальше суп сегодня. А, или кремовый, или, помните, баттернат, Наташа пробовала. Или баттернат суп. Дальше main course. Подожди, это... или. Как это или? Стартер, а, суп. Cream of баттернат суп. А, я думала, или. Не, да. Не. Кремовый баттернат суп. Ага. А, дальше на гриле. Beef stick, значит, стейк из говядины с соусом из перца. О, это или, я ела, это а я это ела или, дальше жареная турка индюшка и с рисом или картошкой, или овощами, или mildly spicy green dal. А, это индийская еда, дал, это для, да, для вегетарианцев. Даже десерт, или шоколадный брауни, или манго баварус, я не знаю, что это, баравус, а вот или, это манго баравус. Или, или фрукты, боже вот мой, чтобы вы взяли. Баравус, blended mango. Так. Blended mango. А, как в этом. А я, наверное, фрукты возьму тогда. Не знаю. Сейчас выберем. А вы пишите, какой бы ваш выбор был бы в мясе. Да, сейчас выберем. Вот, я уже сходила за водичкой. И нам салатик принесли. Ну, понятное дело, что мы подождем суп и остальные. Нет, уж Олечка настояла, чтобы попробовать. Сезонные, ну, давай, овощи, да? А, кстати, тут вот ой, а морковочки могли бы натереть. Свежий салатик, да. В том плане, что он уж... Хороший, вкусный, свежий. Тут очень вкусная морковка. Тут вообще все очень вкусно, если честно. Ну, местного производства.
А сколько мы проезжали, сколько здесь помидор продают и выращивают просто плантации. Да, может, как-то сделаем видео, если удастся. Там больше, покажем обязательно. Да. Вообще, классно. Салат, то есть салат нормально. Немножко присолен, и все отлично. Смотреть, как он называется. Нам уже супчик принесли. Thank you. А please repeat the name of the soup. Butter. Butternut. Переводится масло орехи. Butternut. Thank you. Ну, сейчас butternut. Я хочу посмотреть это. Мы ели такое? Потому что мне супчик понравился. Он не напоминает ничего, кроме того, что... А ты попробуй пока просто. Вот он такой же вкусный, как мы пробовали возле озера Найваши. Почему пробовали? Я ела. Ну да. Классный, даже да? Нечто, его нельзя сказать, что он там безумно прямо с ума сойти, там роскошный вкус, но он вкусный. Он вкусный, но что чувствуется? Какие ничего вот, как чувствуется. Как немножко овощной, овощи. Как что? Ну, как перетертые овощи. Овощи? Как будто бы немножко овощи. Ну вот чтобы это сказать, что это орех? Ну вот баттернат, если сейчас найдем в интернете, напишу я в субтитрах или просто расскажу вам. Сейчас Наташа ведет. Баттернат. Баттернат есть такое. Баттернат. Так, ореховая паста. Так может это этот? Супчики с ореховой пасты. Не знаю. Может такое же быть. Подожди, а это не... Посмотрите на это. Баттернат. Это не тыква? Сейчас наводится. Ну, тыква это памкин. Странно. Как же плохо наводится, странно. Сейчас, подожди, давай я еще раз. Это оно с английского что-то переводит? Баттернат. В общем, если что, сейчас в комментах припишем. Так это овощ, наверное. Ну, баттернат какой-то овощ. Ну, вот Наташа показала, похожий на тыкву. Интересно. Вот такого же цвета вот. У меня сейчас темный суп, а так он желтенький. В Австралии, Новой Зеландии, что такое баттернат? Памкин ограмма из the type of winters. Короче, это что-то из вид тыквы. Это да, вид тыквы. О, как интересно. А я же думаю, что оно, это ж не связано. Видишь, а мы думали чечевит, чечевичный. Понятно. Ага. Ну все, приятного нам аппетита. И ждем основное вот блюдо. Овощное что-то, но не чувствуется, как этот, как тыква вот такой вот. Ну класс. А я думаю, орех. Кстати, персонал весь в масках ходит, но нам не надо. Представляете, зима, Кения, настоящее время, и все еще маски. Нашли мы, что это такое. Значит, это называется мускатная тыква, известна в Австралии, Новой Зеландии. Ну, мускатная тыква или грамма является разновидностью зимней тыквы, что растет на лозе. Имеет сладкий ореховый вкус, правильно, похожий да. на тыкву. Ну вот... Вот я не понял, что это, пока Наташа не сказала, что это тыква. А вот я как будто почувствовала. Ну, вкусная такая тыква, сладкая, интересная. У него желто-коричневая курица, оранжевая мясистая мякоть с делением семян на конце цветка. Так, когда он созревает, он становится все более насыщенным, оранжевым, слаще и насыщенным. Хороший источник витаминов, клетчатки, прекрасно. Все, витаминизируемся зимой. Это, с ботанической точки зрения, фрукт. И с него делают все, что угодно в кулинарии. Прекрасно. Так что, вот так. Да, вот. Он очень популярен, я сказала, да? В Австралии, Новой Зеландии. Да. Может, это и родина этого фрукта. Видите, никого нет, все на сафари просто. Мальчик стоял на Наташу тарелку и просто обжегся, реально обжегся. Thank you. Thank you. Вот, смотрите. Ого, как у меня красиво рис сделали прям. А подача я к этому, ну, это ресторан вообще. Это есть ресторан. Вот моя индейка, кстати, классно запеченная. Мне нравится, что она вот такой вот маленькими кусочками. Салатик немножко и рис с морковочкой, что ли. Так, а у Наташи что? Хорошая такая говядинка. Такой, извините, кусища говядинки. Картошка. Очень красиво сделано. По-селянски, Макдональдс называется. И тоже в доме у нас это. Как она тоже вот такие овощи. Стручковая фасоль, да, и морковонька. Ты уже как от меня, сосисеньки, морковонька, а потом будут писать в комментах, Оля, а что вы такое говорите? Нормально говори. Ну, давай сначала я попробую, потом ты или когда? Или когда. Тарелка до сих пор такая, я не могу дотронуться. Я не знаю, что они с ней сделали. То они, наверное, моют так, в таком парачистителе. Ну да, у них же, судя по маскам, как бы все еще проблемы с вирусом. То есть ты что, это кипяток? Это, слушай, это еще они написали paper sauce. Он реально такой вкусный. Ну, классно. Слушай, ну кусок мяса, ну огромный просто. Представляете, все включено у нас. И лагерь,
этот вот, ну, жить кемп и обед, и ужин, и завтрак. То есть фулборд называется. Наверное, опять твердое. Поэтому Смотри, как это. Смотри, я режу. Стол. Стол трясется. Ну и как говядинка, я поэтому не взяла. Ну мне так хочется говядины такой, знаешь. Я взяла индейку. Ну посмотрим сейчас. Индюшечку. Я еще и прожую. Не, ну ты прожуешь, конечно, а я вот уже нет, скорее всего. Я ж старше тебя. Это приятно, да? В каких-то моментах. Аромат потрясающий. Мух тут много, кстати. Не так все плохо. Да? Балдеж? Соус с розмарин там. С розмарином, да. И вот этот соус вообще супер. Так, картошечку. Мясо не такое твердое, как я резала. Слава богу. Представляете, как приятно. Ну просто говядина всегда как бы немножко тверже. Пардон. А кто знает, каким ножом надо было резать? То Наташа уже поела салат вот десертной, наверное, вилкой. Ну, лишь которым тебе удобно, кстати, ничего страшного. А вот эта вилка, наверное, десертная была? В Турции на все включено, ты почему-то не спрашиваешь, каким ножом что резать. Так это же просто удобнее, наверное. Все, я, наверное... В Турции просто лезешь пальцами в тарелку и говоришь, о, тот мужик набрал больше. А я умею рис есть руками. Да, смотрите наше видео, когда мы в гостях у непальских ребят. Были. Картошка супер. Слушай, я морковку вообще-то тушеную не. Но сейчас попробуем какую. Тут морковка очень вкусная, Наташе нравится. Супер. Вообще чуть-чуть такая даже не припаренная, чуть не знаю, притушенная. Отлично. Ну я тоже сейчас уже буду пробовать. Супер. Давай теперь. Давайте я сейчас уже не аккуратненько переводим камеру на меня. Чтоб не мотылять. Да. Так. Ну что? Так, мне очень нужно париться, за меня уже все порезали. Я очень люблю. Да? А у тебя кусочками нет? Да. Так, рисик с овощами я тоже очень люблю. Риса много, достаточно, правда? Это много риса, он чуть-чуть прожаренный, это кайф. Это кайф. И лучок еще есть. Ой. Ничего. Ну, люблю вам чапкать на камеру. Так, и а можно? А ты близенько по это показала. Да. Выбираем смачный кусочек индейки. Ну, знаете, по вкусу он. Поздравляю. Угу. Это монетка золотая. Нет? Нет. С новым годом. Такой маленькой индейки. То есть это не филе, да? Ну, как бы это. Угу. Знаешь, еще я тебе предлагаю? Ну, вкусно. Вкусно очень. Вкусно в каком-то сладком соусе даже, мне кажется. Сладковатом? Давай. А тебя дам? Ты оценишь, оно Наташа сейчас как ест. Гриль или барбекю, даже не могу сказать. Такой сладковатый соус тоже очень вкусно. Ну, просто аккуратнее. Значит, будем знать, что аккуратнее, что когда вам что-то подают в Кении. А это вообще даже... индюшка? Наверное, я не знала, что это вкус индюшки. Индейка. Обалдеть. Ну, что поймали, очень здесь вкусно. Мы принесли. Может, я тебе предлагаю съесть говядину. Вот у меня кусочек отрезан. Сейчас уже. Мы, наверное, чтобы ты оценила. Ну, давайте. Ну, такой видно, знаете, вот он такой... Сочный кусок. Смотрите, мы добрые сочный. Люди, мы делимся едой. Да. Ну, это мы на камеру, конечно. Мы пробуем друг у друга. Что ты сказала? Мы пробуем друг у друга еду. Но мы не делимся. Классно, прикольно, мягкое. Ну, реально скажи? Мягкое. Для говядины мягкое. Но немножко уже остыло. Вот у меня мясо аж горячее. У тебя оно как... Нормально. Ты отрезала просто. Ну, наверное, да. Еще не тем ножом, боже. Бедное мясо. Так я думаю, Наташа, господи. Приехала село и люди, ну... Не так знают, как ножом пользоваться. Каким? Вот такой у нас обед в саванне. По-моему, очень классный. Совсем забыли про десерт. Я, честно, уже готовилась вставать и уходить, а тут десерт. Манго. Наташа, манго. Как нежно. Взбитый манго. Ух ты, какой. Прям смузи с какой-то шоколадкой. У меня тарелочка с фруктами. Это реально тарелочка с фруктами. О, thank you. А this is what is it? That's mango. А, это манго, все, я не понял. Манго, в общем, арбузик как держать нужно, посмотри, как держать. И ананасик, ну, прикольный. Thank you. Давай, Наташа. О, давай, Наташа. Yes. Наташа. Наталья, Наташа, yes. Наталья, Наташа. Да. It's, Ждите завтра мемы с этим товарищем. Наташа, мне рыбов, Наташа, вставай. Пахнет вкусно. Покажи, что там еще такое вот. Ну, вот эта всякая лежит. Приправка. И она на самом деле, ну, не нужна здесь. Поскольку это я сейчас быстро съем. Немножко убивает вкус или что? Ну, не да. Очень сладкая. Не, она просто есть, но вместо этого можно больше смузи.
Больше смузи положить. Может, люди такие положили, чтобы меньше смузи положить. Что тут есть? Может быть, йогурт? Но по консистенции... Ну, взбитый с чем-то манго. Плотнее. Класс. Слушай, классно. Что, теперь ты уж? Ну, а что мне пробовать? Сало есть сало. Давай, давай, давай. Да, ну вот. Слышишь? Мне держатель нравится. Огурец держит. Вот это классно. А вы неплохо. Слышишь? Огурец. Огурец, я поняла. Я думаю, огурец какой-то. Огурец. Арбуз арбузный, классный. О, я давно его не ела. Человек, который не ест манго, дали тебе это манго. Надо было манго сначала попробовать, то вкус не поймешь. Так, давайте. То есть два ананасика, две дольки этого манго и две дольки арбузика. Так, классно. Вот обрезать красивенько. Да берешь в руку и ешь. Не, ну ты что? Эстеты приехали. Кстати, а ты опять не... А ты не тот нож используешь. Какой есть такой использующий? Это нож для мяса. Так. Это я сказала, да. Ну, он здесь лежал для десерта это. Да? Манго кислый. О. Кислюнький? А дай мне. Дай мне кусок. Это после арбуза, я тебе говорю. Надо воды попить, если я могла открыть. Открой мне водичку. Целый кусочек манго. Давай мне камеру назад. Нет. Сейчас я сниму Наташу. Да? Что ты думаешь, ты не обманываешь меня? Я уверена, что я тебя не обманываю. Ты думаешь, ты не обманываешь. Ну ладно. Ну что же сладкое сейчас поела? Мне манго кисленькое. Я же не обманула. Ну у тебя вот нормально, у тебя, наверное, много сахара в ухо. Если тут скажи манго. Но он... Не, ну я могу есть манго, Наташа просто обожает его, но это манго реально кислый. Ну а что, я доем, мне тоже полезно. Ну второй тоже доешь, пожалуйста. Вот, и ананасик сейчас попробую. Интересно. Не, ну понятно, дело, что там и витаминов куча, это, но он кислючий, это он кислее, как зеленый, чем... я не знаю, даже зеленое кислое это... яблоко, он кислее. Это кислее, чем лимон. Да. Видите мою реакцию? Я не играю сейчас. Но оно почему-то манит. Есть тоже, когда пробовала, такая, ой-ой-ой. Прикольно. Давай, попробую. Да. Давай этот. Я пальцами. Тоже. Я простой человек. Может, это кусочек сладкий? Он не сладкий. Он просто уже не дает шансов быть другим. Надо съесть. Но... Ну, да то арбузик нормальный. Это манго, друзья мои, это не лимон. Это он не бьет по зубам, там, если никакой чувствительности, но он кисленький, а потом такой бух. Ой. И такой, будто ты кучу лимона просто, да? Угу. Вот такой лимонный фреш просто сразу влил в себя. Все. Молодец. Ну, давай еще попробую ананасик. Давай. А ты понял? Я думала, ты мне предложишь. Ну, у тебя мусик есть. Ну, а где моя вилка? Ты мне отдала, наверное, ее. Ну, какую? Бери, я не знаю, что ты делаешь. Я любую возьму. Ну, ананасик. Я теперь же опасаюсь за ананасик. Интрига бешеная. Хорошая. Да? Не сильно сладкий, но такой немножко кисловатый, но вот по сравнению с манго просто это сейчас сладкущий ананас. Так, А у меня уже еще немножко смузи осталось. Как там так называлось? Ну, еще шоколадка. Ну, вот это классная вещь, вот это. Обед шикарный. Шикарный. Просто шикарно. Нам надо уже бежать, потому что уже закончилось до 3 часов. Вообще там мы тут... Да, 3:15. Сейчас вам видео снимаем. Да, слышите? Побежали. Да, некультурненько. Все. До свидания. До новых встреч.